Мы въезжаем в Екатеринбург, и здесь вот поставили такой футбольный мяч с флагами тех стран, которые играют свои матчи в Екатеринбурге. Мы приехали на матч Япония-Сенегал, заселяемся в гостиницу, и вот там у нас стоят болельщики Сенегала в синем, а это японцы. Вечером матч, все болельщики прибывают на футбол. Будем жить с японцами. Так, мы в центре Екатеринбурга и получили наши билеты в центре выдачи билетов. Здесь даже небольшая очередь. Сказали, что еще есть билеты. Очень мало, но есть отказники на этот матч и на следующий в Екатеринбурге. Так что узнавайте, может получится у вас. Экзотика для Екатеринбурга. Японцы в центре города. Готовятся к матчу. Целый сектор японцев собрался на групповую фотографию на фоне памятника Ленина в центре Екатеринбурга. Итак, мы в центре Екатеринбурга. Здесь идет концерт русских народных песен для иностранных туристов. Здесь у нас плотинка. Вот там надпись «Russia 2018». И здесь такие фонтанчики. Ждем матча. Так, это большая клавиатура в Екатеринбурге, и мы пробуем набрать наш адрес. C, A, R, 7, 2, car72.ru. Юху! Итак, мы прошли на стадион Екатеринбург-Арена. Здесь тоже есть волк для бивака, все фотографируются. Вот сам стадион, и здесь тематическая площадка для болельщиков. Скоро футбол. Досталась футболка от футболиста, и теперь очередь, чтобы с ним сфотографироваться с этой футболкой. Сенегальские болельщики собирают мусор на трибунах, чужой мусор за другими болельщиками. Есть чего поучиться у некоторых товарищей из разных стран, да? Да, друзья? Thank you.
Ну и японские болельщики тоже не отстают. Тоже собирают мусор по всем трибунам. Даже взяли с собой мешки для мусора. Лайк. Молодцы, ребята. Вот во время матча эти барабаны стучали не переставая. Можно ударить лучше. Это фанк-шоп. Чтобы примерно цены футболка 2000, мячик 9000 рублей, рюкзак 3000 рублей, кепка 1500 рублей. Вот такие цены. Снегайцы поздравляют другого болельщика с днем рождения. После матча народ все друг друга фотографируются.